Канаде на фестивале уличной еды произошла стрельба. 4 человека пострадали в ходе стрельбы на ежегодном фестивале еды в канадском городе Пикеринг. Устанавливается причина произошедшего. В канадском городе Пикеринг провинции Онтарио на ежегодном фестивале еды произошла стрельба, в ходе которой пострадали 4 человека, сообщает CBS News. Инцидент произошел в ночь на 3 июня. В результате стрельбы были ранены 2 подростков 16 и 17 лет и 2 молодых людей 20 и 30 лет. Пострадавшие доставлены в больницу. Причина стрельбы пока неизвестна. Устанавливается причина произошедшего. По информации полиции, на посетителей фестиваля напал мужчина в черной одежде. В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами. Напомним, ранее в немецком городе Зальцгиттер мужчина на улице расстрелял 2 женщин. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.